Как вам моя тарелка за 460 рублей? Здесь треска с томатным соусом и каперсами. Мне кажется, каперсы тут немножко подкосили цену этого блюда. Точнее, как подкосили, возвысили ее. Поэтому порция трески за 100 грамм стоит 235 рублей. Пока что это мое самое дорогое блюдо. И картофельное пюре 90 рублей за 100 грамм. Вообще стоит уже дороговато, я вам скажу, потому что это не севрюга, не какая-нибудь там пафосная красная рыба, а просто простая, обычная крестьянская треска. Обычно безвкусная крестьянская треска. Слушайте, я вообще не понимаю, а за что мы вот эти деньги сейчас заплатили? Хорошая треска, но просто кто же виноват, что ее обделили вкусом? Да никто.